На греческом острове объявили ЧП из-за лесных пожаров. На греческом острове Эвбия объявлено чрезвычайное положение из-за лесных пожаров, бушующих не первую неделю. Губернатор области Центральная Греция Костас Бакаяннис объявил на острове Эвбия чрезвычайное положение из-за сильных лесных пожаров. «Мы только что объявили чрезвычайное положение в муниципалитете. Призываем всех следовать указаниям полиции», — написал чиновник на своей странице в Facebook. В настоящее время местные органы самоуправления помогают в тушении пожара. Ранее сообщалось, что число погибших в результате лесных пожаров в Греции возросло до 94 человек. Задержан мужчина, который предположительно совершил несколько поджогов в Восточной Аттике. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.